В художественном проекте «Детали города» приняла участие группа нижегородских художников. Картина панно состоит из нескольких квадратных полотен 20 на 20, на которых изображены виды Нижнего Новгорода, его улицы и достопримечательности. Некоторые художники подметили и зафиксировали нестандартные интересные детали и ракурсы. Старый почтовый ящик, крыши домов, пролетающие мимо птицы. И все это тоже о Нижнем. Выставка «Нижний Новгород. Детали продолжения» – часть большого проекта, посвященного юбилейной дате – 800-летию города. Нижний Новгород «Детали» – это культурно-просветительский художественный проект, который включает в себя издание альбома и череду выставок. Выставок, которые прошли в Нижнем Новгороде к 800-летию города. И впоследствии был дан старт гастролям выставок по городам Нижегородской области. В проекте нижегородские художники с помощью красок признались в любви к городу закатов, показали свое видение Нижнего. В первые выставки проекта вошли картины русских художников, на которых изображен Нижний Новгород на всех этапах его развития, начиная с 19 века. Но за это время столица региона преобразилась, появились новые постройки и ландшафты. Эти изменения отразили на своих полотнах современные художники. Все работы выставки «Нижний Новгород. Детали продолжения» в художественной галерее написали в 2022 году по свежим следам реновации города. Для кого-то город остался неизменным. Они продолжают вдохновляться маленькими улочками, медными крышами. Для кого-то важной стала вот эта эклектика, когда с одной точки зрения мы можем увидеть и современную архитектуру, и старинную архитектуру, и классический город, и что-то новое. Для кого-то город изменился до неузнаваемости. В экспозиции представлены 48 живописных и графических произведений 22 современных нижегородских художников. Городские пейзажи написаны в различных стилях – пастелью, гуашью, акварелью, а также в смешанной технике. Выставка «Нижний Новгород. Детали продолжения» в художественной галерее продлится до конца майских праздников. Телефон для справок 702-87. Без возрастных ограничений. Светлана Юрнова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.